Много ли вы знаете о предпринимательстве нашего региона и экономике в целом? А эти ребята знают. И не просто потому, что так нужно, а потому, что им это интересно. Все благодаря взаимодействию филиала «Взлет МАИ» и Центра дополнительного образования. По их инициативе был устроен конкурс «Знатоки экономики и предпринимательства региона», в ходе которого участники смогли почувствовать себя настоящими бизнесменами. Но это не все. Для проведения конкурса был еще и повод. 23 февраля 1998 году образовалась наша кафедра, кафедра экономика и управления на предприятии. И сегодня у нас, ну так можно сказать, полное совершеннолетие. 21 год. Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала участники первого тура должны были представить свои исследования в области экономики на примере конкретного предприятия Ахтубинского района. Далее все команды участвовали в блиц-игре, которая походила на задание из ЕГЭ по обществознанию. А потом ребятам предоставили возможность создать модель собственного бизнеса. Тут-то и началось самое интересное. Кто-то представил жюри необычный арт-букет, совмещающий в себе канцтовары и легкий перекус, кто это куклу Путинка, но, пожалуй, самым оригинальным проектом оказалась машина для зомби-апокалипсиса. Ну, я посмотрел на картон, посмотрел на бублики и понял, что из этого можно сделать автомобиль. Сначала мы хотели преподнести это как подарочную игрушку для ребенка и так далее. Но парни из нашей команды они предложили, что будущее зомби-апокалипсис, что это машина для выживания. Потому что в этом конкурсе можно было преподносить любой товар, как какую-то нереальную вещь. В супермашине одни только плюсы. Она и от зомби отбиться поможет, и невидимой станет, и даже съедобной. А если у вас нет дома, то и в качестве жилья выступит. Как оказалось, позже именно эта работа и заняла первое место. Но без грамоты дипломов не остался никто. Такие мероприятия проводятся не в последний раз. Сотрудники филиала «Взлет МАИ» всегда готовы к сотрудничеству. Ксения Маслова, Татьяна Смагина, Виталий Просочкин, Ахтубинск ТВ.